في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. В следующем аяте Всевышний Аллах продолжает и говорит «Фиддуни валя ахра» на этом и на том свете. «Киля ма'нагу» говорят, имам Бухари говорит смысл «Юбайину Аллаху лякум аль-аяти фиамри нафака» Всевышний Аллах разъясняет вам свои знамения, связанные с вопросом расхода «Ля'лякум татафаккаруна фиддуни валя ахра», чтобы вы задумывались над этим и над тем светом «Фатахсабуна минам валикум маюслихукум фильма'аш» и чтобы рассчитывали своего имущества столько, что поможет вам исправить ваше мирское положение. Фимаши дуня. Вот он фикун альбаки фима янфаокум филёкба. И оставшиеся, чтобы расходовали, потому что вам это принесет пользу на том свете. Вакаля акфару муфасирина ма'анага большинство же толкователей Курана говорят, смысл этого аята фи дуня валяхара, хакава юбайину Аллаху лякум аляяти фиамри дуня валяхара тиляалляком татафаккарун. Вот таким вот образом Всевышний Аллах разъясняет вам ваши аяты, связанные с этой мирской вашей жизнью и с тем, что вас ждет на том свете, может быть, вы призадумываетесь. Вакиля, также муфассиры говорят, ма'анагу юбайину Аллаху лякум аляяти фиамри нафака, ляллякум татафаккаруна физавали дуни. Всевышний Аллах разъясняет вам положение расхода, то есть садака, положение, то есть как расходовать имущество. Может быть, вы призадумываетесь о том, что этот свет когда-то исчезнет у афанаиха, что, то есть, не останется ничего от этого света, фатазаду фиха, и что вы проявили аскетизм, то есть, потому что вы же умрете рано или поздно. Готовьтесь к тому свету. Вафихбалиль ахират, и то, что вас ждет тот свет, вабакайга, и то, что он будет вечным, фатаргабуфига, поэтому стремитесь к тому свету. Каулю тааля, дальше Всевышний Аллах Субхана Аллах говорит, ваисалюнака аниль ятам. Обратите внимание, баракулуфикум, второй джуз, как у нас затянулся. Как мы прочитали первый джуз быстрее, как второй джуз, потому что столько ахкамов упомянуто, баракулуфикум. Дальше Всевышний Аллах говорит, и тебя спрашивает о сиротах. Куль исляху лягум хайр. Скажи, совершение для них благого прекрасно. Ай исляху лям валихи мин гайри уджра. То есть, чтобы вы исправляли их имущество, имеется в виду, ухаживали, следили за их имуществом, за имуществом сирот, которое у них осталось после того, как умерли их родители, без, не требуя от этого награды. Валя эхза иуади хайр. И, то есть, чтобы вам за это не платили ничего, это лучше для вас. Ва'азаму аджра, больше для вас награды. Лималикикум фидаликум минасаваб. И это азаму аджра лималикум, то есть, и больше награды для вашего имущества в этом. Минасаваб, то есть, больше вы награды будет. Лучше для вашего имущества и больше вам за это будет награды. Ва'хайру лягум лима фидалика мин таофури амвалим алейхим. И лучше для них, потому что вы сохраните их имущество. Каля муджахид, куль исляху лягум хайр. Муджахид сказал, баракалуфикум, каля муджахид, юсиу алейхи мин таами нафси, валя юсиу мин таами льятим. То есть то, что человек, если хочет себе побольше чем-то покормить, и при этом он является опекуном сироты и его имущества, хочет себе что-то побольше купить, например, некоторые люди как занимаются сиротой имущества, и при этом кушает из имущества сироты. Можно это? Если баракалуфикум, это фильм бильмаруф, то есть в соответствии с обычаем, то в этом проблем нету. Но поэтому муджахид и сказал, то есть исходя, то есть имеется в виду, умер какой-то сирота. Умерли какие-то люди, у них остался сирота. И этот сирота унаследовал от них определенное имущество. Хорошо, мне теперь, я взял эту сироту под свое воспитание. Я расходую на этого сироту из имущества, которое оставили его родители. Но мне для того, чтобы заниматься сиротой, нужно же тоже жить. И я имею право взять из имущества сироты для содержания себя, потому что я сейчас занят воспитанием. Да, имеешь право, но в рамках разумного. В рамках разумного.
И поэтому говорит им муджахид, как юсю али, именно там, хорошо, в рамках разумного, допустим, вот есть общепринятое принятие пищи, продукты покупка, но если я хочу себе помимо этого купить заморские какие-то фрукты, имею ли я право, например, купить себе заморские какие-то фрукты из имущества сироты, которых я содержу? Нет, муджахид говорит, из своего имущества себе вот это покупай, заморские продукты. Валя юсю ментам ляти. А из имущества сироты себе этого не покупай. Потому что это не заходит, что? Биль ма'руф, с обычаю. Ваин тухали тугум, а если же вы объединитесь с ними, вагави ибахатуль мухалята, то есть в этом указании на дозвольность объединиться с ними, а иту шарикугум фиамвалихим, то есть чтобы вы вместе с ними, то есть свое имущество с их имуществом перемешаете. Ватухалиту биамвалекум финафакатикум, вамасакиникум, вахадамикум, вадавабикум. То есть будете пользоваться, то есть ваше имущество с их вместе, в отношении расходов на них, в отношении жилья, в отношении прислуги, в отношении тех верховых животных, на которых вы ездите. Фатусыбу минамвалихим айвадан анкиямикум биумурихим. И вы будете, то есть что значит мушарака, то есть вместе с ними быть, объединить, чтобы вы брали из их имущества столько, то есть, айвадана, за то, что вы их воспитываете, биумуриков. Айтукафиугум алямату сыбуна минамвалихим. Тукафиугум алямату сыбуна минамвалихим. То есть, брать себе за то время, которое ты тратишь при опекунстве этих сирот. Фаихванукум. Фаихванукум. Фаихванукум, то есть, Всевышний Аллах говорит, то ведь они ваши братья, эти сироты. Говорит имам Багави, фагум ихвану, они ваши братья, ва лихвану юину бадум бадан. А братья должны помогать друг другу. Ва юсибу баду минамвали бад, аля ваджили сляхи варида. И дозволено одним братьям пользоваться имуществом других братьев, если это делается ради исправления, и если другая страна, если другая сторона довольна этим. То есть не против этого. Валлаху яалиму муфсида миналь муслих. Аллах знает того, кто сеет порчу лиамвалим, то есть того, кто портит имущество, миналь муслих, и знает того, кто исправляет, то есть творит добро, ляга, то есть творит добро во благо имущества сироты. Яни аллази яксуду биль мухалята тиль хьяна, то есть тот, кто начинает, например, пользоваться имуществом сироты для того, чтобы поступить предательски, уайфсадуль маль ятим, то есть вероломно, и испортит имущество сироты, «Ваклягу бигайри хак» и пожирать это имущество без права «миналлази яхсуду салях». И Всевышний Аллах знает того, кто наоборот желает сохранить это имущество по мере возможности барак луфикум и принести пользу сиротам. «Валяуша Аллаху ля'анатакум айдалякалекум». Если бы Аллах пожелал, то поставил бы вас в затруднительное положение. «Вама баахалякум мухалятатухум» и не позволил бы вам вообще никак пользоваться их имуществом. Вакал ибн Аббас, сказал, «Валяуша Аллаху ляджа'аля ма'асабту минамваль ятима мубихан лякум». Если бы Всевышний Аллах пожелал, то сделал бы так, что то имущество сироты, которое вы пользуетесь, сделал бы для вас тем, что вас погубит. «Васлю ляната» – снова «аната» – слово «ашидда валь машакка» – тяжесть и затруднение. «Вама'нагу» – то есть смысл каков. «Каляфакум фикуль лищай ма'ишуку алейкам». Если Всевышний Аллах пожелал, то вам бы взвалил на вас все то, что вам было бы тяжело, как это было у Бану Исраиль. Однако Всевышний Аллах говорит дальше, «Инна Аллах азизун, азизун фи султанихи, ва кудратихи аля-лянат». Всевышний Аллах, Он величественный, и Он в Его власти или в Его власти и мощи сделает что-то сложным. «Хаким Он, мудрый, фима сана амин тадбирихи», то есть если Он что-то делает, «ва тарки аля-лянат», и мудрость в том, что Он оставил вам вот это усложнение, не усложнил вам ничего, и все вам облегчил баракалуфику. Значит, вопрос по опекунству сироты бывает баракалуфиком, тоже туда заходит какой вопрос. Иногда бывает баракалуфиком, в том или ином государстве есть какое-то пособие для сирот. И вот, например, это пособие, соответственно, выписывается опекуну, правильно или нет? И вот тут возникает вопрос, мне можно пользоваться этим пособием для сироты или нет? Параклауфикум биль маруф. То есть это соответствует обычаю, то есть по минимуму. Насколько это возможно, параклауфикум, то есть дозволено, но что в рамках разумного, в рамках разумного. Параклауфикум. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы мы закончили тафсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня.
Вот как появляется Баракаллаху фикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть Баракаллаху фикум получается и выучите, и будете знать тафсир. Смотрите внимание, Субханаллах. Да сколько вот удивительных слова Всевышнего Господа, Субханаллах. Если человек, как сказал Всевышний Аллах, афаляет адабарун аль-Куран, почему они не задумываются над Кураном? أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها